Ребят, всем привет. Сейчас рассмотрим с вами пайку. Черт. Всем привет, ребят. Сейчас рассмотрим с вами палку, которая называется Russia Aria. Русская ария. Почему? Ага, Russian Aria, да? Ну, я так полагаю, это форелевая тематика, типа, да? Вот. Ну, вообще, это классная ультралайтовая палка, классный микроджик. Знаете, что я вам сразу скажу? Почему, допустим, мы ее завезли к нам в магазин? Вот я смотрю на это. Палка стоит 2 с копейками тысячи рублей. Что я вижу? Я вижу Daiwa Gekkobujin. Daiwa Gekkobujin, которая стоит там сотню. Вот у Алексея Шанина, если вы знаете, что это такое, есть такое удилище, да? Но это стоит, типа, сколько там? 2 с чем-то 8 тысяч рублей. Это, в общем, копейки. Что мне, допустим, нравится? Белый хлыст. Прикольно. На многих хороших палках стоят белые хлысты. Вот. Его иногда лучше видно. Да, то есть дизайн ручки мне прям вообще заходит. То есть я даже не знаю, не к чему придраться. Выглядит просто офигительно, да? Особенно за эти деньги. Кидает эта палка хорошо. У нас такая палка есть на тесте у Евгения, у одного из наших рыбаков. Он ее вообще расхвалил, все говорит: Макс, это вообще лучшее, что я видел. Пройдите в карточке товара, там есть отчеты, нажимайте на в описании товара вот к этому спиннингу, нажмите на там сюда, посмотреть отчеты, и вы увидите то, что там женек с ней поймал, грубо говоря. Вот. Наверное, к моменту выпуска видео там уже будет больше рыбы, хотя он сходил, по-моему, всего только 2 раза уже успел. Но он говорит прям вообще топ-топ. Best of the best, как говорится, да? Вот сразу минусов я вам сказать не могу. Выглядит она реально офигительно. Она до 7 грамм. У нас она только в таком размере. Она, по-моему, только в таком размере существует. 210 длина. Написано карбон 30Т. Но я не вижу смысла врать им. Написано, нельзя ходить под высоковольткой и в грозу ловить. Но это как обычно. Вот смотришь на нее, вообще не придерешься, да? Но вы даже, конечно, понимаете, что это палка за 2 там с копейками. Палка, которую делают... Ну, как говорится, все дело в Китае, да, но это все-таки бренд такой бюджетный, поэтому, возможно, могут быть какие-то небольшие косячки со сборкой, которые, допустим, ну, если вы прям идеалист, вам лучше, возможно, купить палку-то подороже, допустим, вот лак где-то тут что-то немножко неровно, но, ребят, за эти деньги, чтобы она так выглядела, и чтобы все было там супер ровный лак, короче, ну, это нереально, да, вот. Ну, вообще, когда берешь палку за такие деньги, там, за 2 с копейками тысячи рублей, и с такими характеристиками, которая так выглядит, по балансу, сложно сказать. Давайте узнаем, что у нас по балансу. Сейчас, короче, да. Вот так вот. Ну, это катушка 3000, на 2000 почти не отличаются в этой серии, да? Видите, баланс отличный, да? То есть... Со всеми легкими катушками, возможно, будет баланс не очень, но вот с такими тоже бюджетами, которые к ней подходят. То есть, это, конечно, 3000 у меня висит, просто у меня тут рядом она для обзора была. У нас есть 2000 такая катушка, и вот с ней, кстати, в отчетах с этой палкой именно такая катушка у вас будет ждать, да? Вот, с ней это все выглядит вообще идеально, да? То есть, ну, сами посмотрите, вот это комплект за 4000 рублей, ребят! Вот. Поэтому, не знаю, если вы прям очень придирчивый человек, и вам хочется, чтобы прям идеально был там налит лак, прям супер ровно, идеально, то вам не стоит смотреть палки за 2000 рублей. Потому что я, например, вижу здесь лак налит немножко неровно. Но это все минусы, которые есть у этой палки, да. То есть во всем остальном, если забить на это, если просто хотите купить отличный ультрик за там максимально дешево, вот. Ну да, он, конечно, не будет такой же классный, как Ferio, например, да. До Crazy Fish там и прочих, в отличие от Ferio, он не будет дотягивать, или в отличие от Blackadder, или Ferio Mormesa, да, Ferio Mormesa. Но, тем не менее, за эти деньги, если вам прям надо, ну, максимально бюджетно, просто там вот подешевле купить, да, вот либо вот это, либо Majestic, в зависимости от того, какая вам больше нравится ручка. Нравится нам вот такая ручка, нравится вам копия на Daiwa Gekkobujin, покупайте Russian Aria, да. Нравится вам копия на, грубо говоря, на что у нас там? На... сейчас я вспомню, подождите. Thinking. Any more time, как говорится. А, да. На Shimano Solar X-Tune. Вот тогда берете другую нашу бюджетную палку. Называется она... Сейчас мы ее тоже материализуем. Вот на эту. Опять забыл название. Дай ее Majestic, да. То есть вот... 2 самые такие бюджетные палки, зависит от того, какой вам дизайн нравится в ультралайтах, я вам советую либо одну, либо другую.
Я даже не знаю, какое мне больше, например, самому нравится. И та, и другая прикольная. Вот. Но я ловлю палками чуть подороже, поэтому как-то так. Соответственно, вот к ним катушка. Только не 3000 на 2000 размера. Будет у вас отличный ультралайтовый комплект. Все, ребята, всем пока. Увидимся в следующих обзорах. Заходите на сайт, регистрируйтесь, получайте VIP-цеды, покупайте дешевле. И еще раз всем пока. Бывайте.